Лукашенко обозлился на давление других стран из-за отказа Беларуси вводить карантин. Только ленивая паршивая собака. Александр Лукашенко на встрече с работниками завода «Неман» высказался о наболевшей теме и прокомментировал слова критики, которые поступают в сторону белорусских властей в последнее время из-за отсутствия жестких карантинных мер. Президент Республики Беларусь ранее назвал панику в мировом сообществе психозом. «Вы видите, какое давление сегодня в Беларуси, прежде всего на президента. Уже только ленивая паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону», – пожаловался глава государства. «Я всегда говорю, подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали. Ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях, там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос», — сказал Лукашенко. «Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю», — отметил президент. «В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения». Напомним, Лукашенко считает, что власти справляются с эпидемиологической ситуацией в Беларуси, и глава государства даже заявил, что происходящее сейчас является хорошим поводом для имеющих пагубные привычки задуматься о своем образе жизни. Ко всему прочему, Лукашенко считает, что в нынешнем положении страны закрывать храмы не нужно, и сам посетил Свято-Благовещенский Лядинский храм по случаю Пасхи 19 апреля. «Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию. Мы эти вирусы переживаем каждый год», — твердо заявил президент Беларуси. Белорусский лидер заметил, что миллионы людей в мире верующие, многие из них обличены большой властью. «Я знаю многих таких, но как только наступил этот психоз, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо, но это моя позиция. Я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам. Если нужно надеть маску, наденьте. Если нужно другим образом поберечься, берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства», — подытожил Лукашенко.